Да, давайте проверим запись. Короче, как меня слышно? Аудио. Громкость микрофона. Усиление я точно не буду делать, это будет ужасно. Вага, ты в курсе же то, что у вас здесь админ играет? Считай. Например. Ну, знаю ты, брат. Это новость. Пример, который с икшотами обитает. Как же так? Куплен знакомый, блядь, у него. Нет, у него ник есть хоть топ какой-нибудь. Один, кто? Топ-1, кто у нас? Фикса, кто топ-1? Да это не точно. Фантом админ. В прямом смысле без понятия. С рисом. Да нет, не то, что так. Он админ же так. Да в смысле ты не сгорел? Они каждый раз заходят одни админы, знаешь? Я знаю, например, одного админа, который не очень лояльный, скажем так. Ты спаун. Какой не очень? Дамочка, как ее, бесноватая, по-моему. Не, просто понимаешь, это... Скоришем, играешь, блин, грубо говоря, долгий период времени, блядь, и тут ему говорят: братан, а у тебя, говорит, читы, нахуй, понимаешь? Ну, знаешь, на самом деле, вот по поводу корешей и так далее, уже на личном опыте я увидел такое, что играю с человеком долгое время вместе, ну, как долго, короче, и долгое, и недолгое было, играл с людьми, и на самом деле оказывается, что они, сука, подрубы, вот это что самое такое печальное. Был у меня даже вообще такой типа жизненный случай. Человек играл, короче, в про-команде. Вот. И получился такой один момент, короче, играли праки. Я думаю, наверное, что такое праки. Вот. И в одни, короче, праки парень, просто не зная того, что челик стоит за ширмой, он просто, короче, зажал. И он тупо убил двоих. Одного за ширмой, а другого за кассой. Ну, там, типа, такое расположение интересное. Вот. То есть за кассой он челика видел за ширмой, он не знал. Он тупо его убил за ширмой. Сразу же пули второй. И типа вот получается челик спалился как бы на праках. То есть, естественно, про это как бы особо никто не узнал, потому что это как бы праки, это не официальные игры, вот. Но суть та, что как бы он спалился. Конкретно как бы чувак, которого забанили, у него не было и не будет и нету, скажем так. Процентов. Просто ни к чему, понимаешь? Сид, чекнуть. Понимаешь, Викс бесноватая, как бы мне пару раз кидала претензии, понимаешь? Хотя там настолько все очевидно, блин, было, как бы, но... Не знаю. Надо давать випку только с киловым, и все. Я так думаю. Который шарит в этой игре. А да. Вот ты шаришь. Не понимаешь, это... Не умеют играть и судят почти. Игру человека, типа так, ну да, он читает, играет. На самом деле без читов. Просто играющие. Не, ну злые и добрые люди, это вообще другая, другая история. Сейчас немножко не в тему. Да. Не спорят, батей. Сори. Возможно. Бля, а чё? Сколько у меня 80 FPS, блядь? То есть я уже понимаю, что стрелять, у меня, блядь, 80 FPS тупо. Что за хуйня?
Горит жопа, блядь. Пиздец нахуй, блядь. Ганджи. Или нет, подожди. Братиш, микрофон 18+. Спрятался где-то. Да ладно! Что за бред, бля? Парень, который сверху спрыгнул, вообще интересно. Чё, блядь, в смысле в лицо сразу? Да хуели, блядь! Совсем уже. Заебали. Извини, Моки, всех убил. Кидать мне в ебало. Есть граната. Крешка. Жаль. Ну да, конечно, блять. Почему он вот апарты не смотрит? Апарты смотрит себя. Апарты не смотрит. Что за бред? Пораньше сказанул, я хоть выбил. Сидят, ну вот они же, блядь, вот он. Вот он, сука, сидел, вот в углу. Почему он не чекал вообще апарт, он тут смотрел. Ой, бля, я охуею. Что за тайминги боссаные? Еще нулевый аккаунт. Окей, я понял. Тихо, блядь. Кто такой?
кто? Ах, кто? Чё я туплю? Здравствуйте. Я же их доску слышу. Нахуя я его? Майскиловые игры хромают немного. Да ладно, респаун, серьезно, блять? У нас четверо оставалось. Что мог респаун, пиздец? Что это за хуйня, блять, с респауном? Как же заебало. Блять, почему все не такие, блять, умные? Я вот не понимаю. Пиздец просто какой-то. Ну и нахуй ты перешел. Не, это, конечно, умно переходить в последнем раунде. Это не последний раунд, еще раундов 6 осталось. Ебать, да хуя, да? Баланс не видим совсем. Так, сейчас пришурнуться маленько. Так у тебя швипка, ты и так рисовал, что ради? Нет. А как ты? Я не респавнился, ты чё? Так я тебя ж убил, ты потом меня опять убил. Нет, ты меня не убивал, я прибежал туда, ты чё? Это псих был, боже, бля. Серьезно, блядь. Типа я не убил его, ты взял его добил. У меня хп 30, наверное, было. Ну ты меня взял. Ну я по табулятору посмотрю. Я себе, блядь. Thank you.
Ага. Ага. Да в смысле, сколько он там сидел? Он типа все это время в окне сидит? О, сука. Коннектор. Какой нахуй коннектор, если там никого нет? Вот какую ты инфу даешь, блядь? Только сейчас понял, в конце. Хорош. Там же сидят. То есть сидят все. Не, зачем? Нет, здесь действительно, вот зачем сити прочекать, да? То есть, вот, когда парень ходит спиной, блядь, ему нормально. Вот, а я не могу, так что за хуйня, типа, и в него не попадают. А если я бы развернулся, меня бы убили. Чёрт, кто там молодой. Да. Сидит по-любому. Ага, нет, да. Плэнти. По-любому средства пойдет. Ля какой я. Фрозен. Кикнем фрозен. Ля какой. Ха-ха, наивный, блядь. Это
21 раунд, я только полный его кикну за него. Четко, да? Работа админа. Своевременно, так сказать. Я попросил. Не благодари. Да. Throwing fire! Не, это не я, я только пришел и стал слушать это. Просто сейчас кое-что проверим. Я надеюсь, карта сменится нормально. Ты опять. Не, что ты у меня с ними все в порядке? Все работает, да, стабильно. Все работает странно, да. В отличие от сервера. Не, ну это сейчас уже был прогон, как бы. Не, я реально посмотрел, что у меня там что-то не прописано было. Проверим. Все свинью! Все сверту! Ля, у нас ребро звезда. Знаешь, как этот... Я звезда! We will attack them from our land. Пирожкова, да? Читы подсказывают, смотри в чат. О, да. Блять. Пацаны, звоните мой. Мама, ама, крень, блять. Йо, это так было красиво. А если бы он штаны наделал? Да я еще штаны не наделал. Перемотки мои 16-ка. Че, испугались, да? Может, они потерялись. А, сука! Бля. Он сколько сидел там? Бля, ну почти все прочек. Ну реально, он был как молодая мама птенца. Парень в листве. Эй, чё? Читер, блядь, он читер, подстрелки его счёт. Ну ля, это пизда, так, пацаны. Смотрим, голосование идёт. Пролетели чисто бан. Тихо. Подсади, давай, подсади, чёрт убери. Вот, next map, да, так что я вижу. Нас пробежал, да? Реал был пробежал? Да. Да. Мы стояли ты мимо нашей досадки пробежал. Чё? Я из сидюктора прям был. Это не Реал, бро, это Викс был, походу. Не, Викс-то на шарту был. Да нет, он не дошел, реально мимо вас чуть-чуть прошел. А
Сейчас смотри фирменно китайский. Да пош... Пошёл ты, я не буду плакать. Если он там то ему надо в Тигре скоро. Он лучше симпла играет. Я. Я. Симпл, охватил меня за сорин. Я его сам учил играть. Давай за сорин, не лупи своими голосами. Началось. Сам у него играть, учил пиля. Да, настоящий, а не тот, который заходит. Симпл, честно, честно. Что это реально идет такой с счетом 2-20. Вот этого я не учил. А вот я думал, ты как раз где-то, знаешь, типа, твои ученики. Юные подаваны приносили. Это что за флешки, ребятки, ну. Которые со счетом 2-20 еще и превзошли мне. Ученик превзошел учителя. Я не спинку дышу, брат. Ну, Саша. Тайминговый админ извините. Давайте быстрее, где смена, хочу смену. Только одного знают. Я думаю, что меня стебут, блядь. У тебя одна карта, блядь, ты бишь. Так, Риал Бро, нужно ставить какой-нибудь 2000 баксов. Вот это будет веселуха, ты чё? Разыграй деньги пол в натуре, реал, бро. Не, ну, okay. Знаешь, в 1.6 был хорош, а здесь так бля. Себе. Бля, он чё, ему спину зайдёт? Бля. Ну, бля. Бля, пацан без наушников. Ну, бля, ты... О, боже. Давай, давай, мне нужна смена. На, вей, на, вей. Потом покажу. Дави, да? Оп, оп, качаем попками, оп, 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 качаем попками.